Дорогие друзья, Исакогорская библиотека номер 14 представляет вашему вниманию новогодний мастер-класс «Конфетный гном». Новый год – прекрасная волшебная пора для всех, для взрослых, давно уже переставших верить в сказки, и для детей, с любопытством постигающих мир и верящих в чудеса. Новый год – это не просто праздник, это время исполнения желаний, и в это время все ждут подарков. Подарок – это вещь, которую мы преподносим, чтобы доставить удовольствие получателю, а также оставить приятные эмоции и воспоминания о себе, дне или событии. И вряд ли вы сможете встретить хотя бы одного человека, у которого слово «подарок» не вызвало бы улыбку. Традиция дарить подарки на Новый год своими корнями уходит к языческим племенам, когда подарки, а точнее дары, подносились богам, чтобы их задобрить. Также в первобытные времена дары вручались вождям, добрым и злым духом. Со временем традиция расширялась и изменялась. И теперь мы готовим подарки на Новый год с желанием порадовать близкого человека. Подарки бывают разные. Можно подарить популярные книги или игры, современные гаджеты или косметику, цветы или украшения. Можно подарок купить в магазине, а можно его сделать своими руками. В этом вопросе важно знать, что любит ваш близкий, какие у него предпочтения. Но есть универсальный подарок – конфеты. А если они упакованы в оригинальную коробочку, сделанную своими руками, с душой и любовью, то такому презенту обрадуются все. И сегодня мы предлагаем вам сделать упаковку для конфет в форме гнома. Для работы нам потребуется бумажный стакан, гофрированная бумага белая и красная, альбомный лист, плотный картон, вата, черный фетр, глиттерный фоамиран любого цвета, два помпона, ножницы, клей, канцелярский нож. У бумажного стакана заклеим плотным картоном вверх, но вырежем дно, и у нас получился стакан, перевернутый в обратную сторону. Если ваш стакан с рисунком, то его можно закрасить белой гуашью или акриловой краской. От рулона гофрированной бумаги белого цвета отрезаем длинную полоску шириной 2-2,5 см и нарезаем ее бахромой. Приклеим бахрому на стакан. Начинаем снизу и постепенно по спирали поднимаемся вверх, пока не заклеим весь стаканчик. Поднимите бахрому так, чтобы получилось похоже на лохматую бороду. Из листа альбомной бумаги скручиваем кулечек-колпачок, так, чтобы он мог одеться на нашу основу. Лишний уголок отрежем. Обклеим колпачок красной бумагой. Приклеим декоративные элементы. Меховую опушку из ваты шириной 2 см. Сверху полоску черного фетра примерно 1,5 см шириной. Пряжку из фоамирана. Ее форма может быть любая – квадратная, круглая, треугольная. Помпон. При желании можно загнуть верхушку. Наденем колпачок на основу и приклеим помпон нос.
Оригинальная упаковка для конфет готова. Посмотрите, какие прекрасные гномики у нас получились. Наши маленькие рукодельницы очень старались. Они поздравляют всех с наступающим Новым годом, желают добра, радости и сладостей.